короче, мой возик едет. Мое 3-2 отделение. В правый возик садитесь, Ронин, ты здесь? Мурлок, ты Урал забираешь. АГС не трогайте, который рядом с Уралом. А где, блядь, где-то медицина есть вообще? Да, вот там, в окопе. Борзай. Борзай, где ты? В общем, если у нас контакты с противником изначально не будет, они решат сыграть своего, то нашей последующей задачей будет это прикрытие бензовоза. Поедем за ними в их район, будем прикрывать, если там контакт будет, будем пытаться уничтожать противника, брать огонь на себя, так сказать. Основные силы у них респятся на северо-востоке, далеко в районе Дубины, ой, Клёна точнее. Все, убили. Пёс, ты улетел. Я немножко проебал, старая черта была высадиться. Каких вы убили? Троих. Оля, чё за метка твоя синяя? Там рано снайпер вообще не пошёл. Понял. Парни мои, 3-2 группа, смещаемся на юг, сейчас зелёную метку даю. Мурок, пытаюсь уйти к тебе. Север. Южнее, проходим на мою зеленую. Давай. Вы там не подставляйтесь, Мурлок. Ждите противника, мы что во фланг. Потом зайдем еще попозже. Сейчас обойдем немножко. В лесу не вижу, надо заходить в лес и в тыл заходить противник. Ты видишь там за сокопы? Да, там ведь там никого нет, но где окопы, да? Есть, 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 в окопах! Влево уходит. Вижу, вижу, вижу. Работать или оставить пока? Работаю. Хотя он убегает, блять. Подожди. Он в дальние окопы перешел. Шайтан, останься контролить, БРЗ пойдем поджимать.
Убегает левее, с биноклем в руках. Короче, если он в нашу сторону посмотрит, остановится, можешь гасить его, бросать, пойдем поджимать. Ближе. Пиши его! Я перед ним, да-да-да, он в елку забежал. По лесу или по полю? С поля в лес зашел. К нам? К нам. Понял. Где-то на 260 он уже. 240 может. А какой он был? Серый, белый? Серый. Какая-то хуйня шумит. Машина, да, там. Да. Где-то они противно противнику меткость. 140 азимут от нас, лес напротив, через поле видел движение. Отец противник, скорее всего, смотрите внимательно. Юго-восток, все подтянитесь, посмотрите. Мурлок, подтягивайтесь к нам.
140 от нас идут в лесу напротив. Отделение целое, 3-4 человека вижу. За домом вижу там. Примерно, да? За домом. За домом, я понял, моя метка, да? Я не знаю, где я, не думаю. Варзайн, у тебя актуальная метка? Да, значит, метки шайтана правильные. От дома уходит на запад. Ну, можете ближе подходить. На они говорят, противник пока не знает о нас. Парни, зеленая моя метка, там противник, синяя метка шайтана. Двигаемся туда, на свое усмотрение. Уничтожаем противника на этой высоте. Они от дома отошли куда-то? Да. Они за дом в лес пошли, там машина проехала, то есть там около отделения, примерно, плюс-минус. Они поэтому на юг смотрели, да? Они на юг нацелены, на нас особо не смотрят, поэтому можно смело продвигаться. По северной части поля кто-то пойдет, пусть из этого я пойду через север. Я тоже пойду. Осторожно, вон они вышли за дома на 100. Кто там бежит? Они от дома на восток уходят, да, вроде? Да, на север, да, на север. Да, они, ну, как, север. На восток, они. Да. Один севернее, вот. Да. Ну, тут противник на моих сенях. Смотри, я все подвигал. Можете к нам подтягивать. Один по полю хуярит. Готов работать? Поле на нас идет, надо убивать его, ребят. Где идет Азим? Ёлкся. Я готов работать. Готов, Рамзес? Да, он дальше пошел. Давайте работаем. Хорошо, дальше продвигаем. Все, он труп. Взяли его. Дальше в лесу еще будут проходить. Опа, враг перед нами. 140. В лесу или где? Упор, враг. Упор. На юге. Волга. Урлок, ты стрелял. Я стрелял. Прям в упор тут под елкой. С РПГ. На взрывы, да? Да. Нет, да. Нет, дальше, я тебе взрыву дальше. От меня дальше, на юге. По мне, кто работает? Не вы? Поможете? Откуда работаешь? С окраины леса. Южная окраина леса. Я задымляюсь. По мне, по-моему. Ты не свой был? Рамзи живой? Да, у меня враг спереди.
Я работал, одного убил. Контакт. Бил. На сотню где-то, 110. У них КВшка живая. Опа, по тебе? Вижу, вижу его. На 80. Я уже тут у них в лесу. Дал фейк. Ты на актуальность? Вот дым видишь мой? Он где-то от дыма на восток был, прям неподалеку. Беленькая форма у них. Снайпер, видимо, тот как раз. Не вижу его. Давай побачу. Можешь пострелять, там гранату покидать? Он в лес отступил. На восток. Белый или черный? Черный. Черного я убил.
Контакт. Снайпер, да, тут? Да. Убил. Убил, да? Да. Хорошо. Рация только что работала, у них кто-то докладывал что-то. Не, отходите, там уже контакт. Южнее, говорит, отходите. Уходит за склон и на юг они по рации. В первых елках осесть хотят. Их двое, и они ушли на следующую. О, вижу их. Ровно юг от коровников. Дал метку. Справа кусты. Убил. С биноклем стоял на 200 от коровников в следующей кромке леса. Союзник лежит разлутанный на юге. Че ты видел? Не по тебе? Давай искать. Беттер. Это только наши, да, беттеры ведь должны быть.
Бля, бетер прям на меня едет. Вижу противника с семеркой. Он не успел его перехватить. Это не он стрелял, а кто-то еще. По мне? Задымляю. Ты по нему стрелял? Не принял. Граната чья? Его, его. Значит, еще есть, или он живой? Не, я его убил точно. Смотри, сейчас попробую свалить под дымами, может, по мне постреляют. Тут свои. Ты там противника точно, да, убил? Да, 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 противник. Который потерял, да. У вас тут противники были в упор. Вас, да, подстрелили? Как-то пролагал. Он там, должен был сразу умереть. Там был враг, убили одного. Я его убил, вот так. А у нас еще вот там вот двое бежит. У меня отсюда стреляют. Понял. Тут союзники рядом, аккуратно. Зеленые тоже бегают. Ага. Куда дальше идем тогда? На юг. Тебе помочь? Да не, у нас есть медицина к этому. Хотя она не надо там нас туда. Окей. Там мы сами двоем остались. А у вас там какая-то еще команда пошла? Тоже светленькие. Нет, не наша. Понял. Четвертая КВшка с одним сбегом. Проверка. Да-да-да, Азимут 200 от нас, камень здоровый. Я уже тут. А, все. Курки, давай ко мне. По мне? Кто это? По мне сейчас стрелял кто-то. Кто-то рядом, вижу, союзник с ним рядом, ищи его. Убили, убили, хорошо. Ты это противник еще, да?
убил его. Рони живой? СВГ живые? Да, есть живые. Так, Моцарт 3, 2 минус. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.